рабочие места, заводы и чемпионаты, что получит Южный Урал после форума в Санкт-Петербурге. С Божьей помощью в Челябинске окрестили детей отказников. Выжила и пережила. 90-летняя бабушка, которую жестоко избила сноха, освоилась на новом месте жительства. Расскажем, как живет ветеран войны сегодня. В центре города замечен супермен. Зачем мужчина в плаще забрался на крышу челябинской высотки? Добрый вечер. Вы смотрите информационную программу «Телефакт» в студии Екатерина Жданова. Спонсор выпуска – база отдыха «Березка» на озере Увельды. Челябинская область принимает участие в Международном экономическом форуме. Масштабная всероссийская встреча проходит в Санкт-Петербурге уже второй день. Сейчас там работает делегация от Южного Урала во главе с Борисом Дубровским. Губернатор подписывает ряд соглашений с крупнейшими компаниями России. Что ждет жителей Южного Урала, о самых громких новостях из культурной столицы, расскажет Эльвира Исмагилова. Сотни делегатов со всей страны. На два дня северная столица России превратилась в площадку для встречи представителей власти, предпринимателей, международных и российских инвесторов. В Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум. Делегацию от Южного Урала возглавил Борис Дубровский. Глава региона уже подписал ряд соглашений, которые повысят уровень жизни в области. Например, договор в сфере развития услуг связи на Южном Урале. У нас есть так называемая технология LTE-450, которую мы только вчера запустили в Питере, в Ленинградской области, в Новгородской области, Тверская область и Московская область планируем запустить в июле. Вот мы после этого посмотрим, как она работает, насколько вообще есть потребность. Компания, которая выступает потенциальным инвестором, выразила намерение обеспечить сотовой связью не менее одного населенного пункта ежегодно, что позволит обеспечить сетевым покрытием даже отдаленные и малочисленные деревни в регионе. Прогнозные инвестиции в казну региона больше 1 000 000 000 рублей. По две подписи, это вот согласованные как бы наше приложение, по которому мы будем давать характеристики. Еще одна новость из северной столицы. На территории Троицкой ГРЭС может появиться индустриальный парк. Борис Дубровский уже провел переговоры с генеральным директором крупнейшей в стране компании тепловой генерации. Новые мощности, крупные инвесторы и, как результат, снижение затрат на энергетику. Региону экономия, бизнесу новые партнеры. Что здесь будет у вас? Я имею в виду не вот здесь, а вот здесь. Что с точки зрения вашего развития? То есть вот это новый блок? Станция останется. То есть блок номер 8. Старый, вот это 500 старый, да? Мегаватт. Да, так. Блок номер 10, вновь построенный. Из Санкт-Петербурга южноуральская делегация вернется с готовым масштабным проектом. Клиент – компания «Газпром», поставщик – Челябинская область. Продукция та, что производят местные заводы. Могут поставить буквально все – от оборудования до стройматериалов. Дорожная карта уже подписана, а значит, импортозамещению на Южном Урале быть. К этому договору регион шел целенаправленно. Председатель компании Алексей Миллер встречался с губернатором еще в мае. И, как сегодня стало ясно, встреча прошла плодотворно. Новый проект – это увеличение объемов производства для челябинских заводов и рост научно-технического и промышленного потенциала региона. Подписывают дорожную карту проекта, расширение использования высокотехнологичной продукции организации, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром». Кроме того, за два дня удалось наладить межрегиональные контакты. Челябинск и Новосибирск будет сотрудничать в торгово-экономической сфере, законотворчестве, сельском хозяйстве и науке. В списке сфер для потенциального взаимодействия несколько десятков пунктов. Опытом готовы обменяться буквально во всем, от организации системы городского транспорта до развития местного туризма. Эльвира Исмагилова, «Телефакт». Владимир Путин назначил дату выборов в Госдуму. Президент распорядился провести голосование 18 сентября 2016 года. Выборы пройдут по смешанной системе. 225 депутатов изберут по партийным спискам, столько же по одномандатным округам. Чтобы попасть в парламент, партиям нужно преодолеть барьер в 5%. Кандидатам достаточно получить большинство голосов избирателей. Активисты Народного фронта начали проверку ремонта городских дорог. Первые жалобы поступили от жителей Тракторозаводского района. Здесь, на пересечении улиц Салютной и Горького, реконструкцию начали раньше срока, однако в график не уложились. На этом участке сейчас только снят слой старого асфальта, а новый так и не сделали. У меня ни одной встречи еще не прошло с жителями района, чтобы не пожаловались на этот перекресток. Значит, ямы, колдобины,
больше 10 километров в час ехать машина просто не может. Колеса отваливаются, диски лопаются. Делают, как Бог на душу положит. То, что должны были начать только в июле, начали в июне, бросили. То, что должны были сделать в июне, там даже не приступали. Проблемы обнаружили и на соседнем перекрестке Горького и Победы. Здесь большой ремонт не требовался. Дорожники намерены были обновить разметку. Однако новая краска, которая обозначает пешеходный переход, уже практически стерлась. Покрытию всего год, а срок гарантии в два раза больше. К сожалению, пешеходы сегодня не в полной безопасности, и разметку нужно здесь продолжить. Подрядчику будет предъявлено протокол разногласий и претензия по данному участку работы для того, чтобы заново произвести ремонтные работы на этом участке. В списке дорожных служб на этот год еще 40 участков, подлежащих ремонту. Качество работы на всех проверит Народный фронт. Дети защитников, погибших на Великой Отечественной войне, получат особый статус. Об этом сегодня, в преддверии Дня памяти 22 июня, объявил заместитель губернатора Евгений Редин. С инициативой придать таким челябинцам отдельную категорию вышли депутаты фракции «Единая Россия». Губернатор предложение поддержал. Когда поддерживали эту категорию, понимая прекрасно, это действительно люди, которые лишились детства, лишились родительской ласки. То есть дети, которые перешли еще опаленные войной не только в период войны, но и послевоенный период времени. И поэтому мы всячески старались помогать. Южноуральцам, у которых родители погибли на войне, планируется выдать специальное удостоверение. Они будут ежемесячно получать социальную льготу 500 рублей. Однако законопроект еще находится на стадии рассмотрения. Первое чтение пройдет уже в августе, пока власти просчитывают бюджет. Точно совершенно оплата проезда к месту посещения, это выдача специального удостоверения. Но я больше чем уверен, будут и еще некоторые меры социальной поддержки. На сегодняшний день в Челябинской области насчитывается больше 40 тысяч граждан, у которых погибли родители на войне. Часть из них не получает никаких льгот вовсе. А героине следующего сюжета нужны были не льготы, а настоящее чудо. Ветеран войны, которую жестоко избивала пьющая сноха, начала новую жизнь в Копейском геронтологическом центре. Напомню, журналисты «Телефакта» откликнулись на просьбу о помощи Анны Поликарповны Дудиной. После очередного избиения ветеран сбежал от снохи, осталась совсем одна, без крыши над головой и средств к существованию. Телеканал «Домашний Челябинск» объявил акцию помощи, к которой мгновенно подключились сотни неравнодушных жителей. Как сегодня живет ветеран войны, наша съемочная группа отправилась в гости. Она любит смотреть, суд идет, передачу, мы переживаем. Сейчас Анна Поликарповна смотрит страшные истории по телевизору. А еще полгода назад сама была жертвой домашнего насилия. Пьяная сноха избивала ветерана войны, отбирала пенсию. Бабушка! Это чемодан, я его открыла. Тогда старушка хотела наложить на себя руки. До сил в изнеможденном теле не хватило, чтобы завязать узел на веревке. Избитую бабушку приютила соседка. Вызвала корреспондентов «Телефакта». А после историю выжившей узнала вся страна. Когда она била, я досчитала до 5 раз. А уже больше я даже не могла считать. После всех потрясений Анна Поликарповна вернулась в Челябинск. Ее тепло приняли в Копейском доме престарелых. Запущена была, конечно, то есть как бы вот на фоне сахарного диабета, естественно, нарушения всяческие были. Ноги были опухшие, гематомы у нее были, нарушение трофики было, то есть подлечили. Сегодня Анна Поликарповна без тревоги в голосе и даже с улыбкой рассказывает о своей новой жизни. Месяц назад психологи с трудом вывели ее из угнетенного состояния. Но она сейчас, конечно, лучше стала. Она такая, угрюмая такая, все о себе рассказывает. Я говорю, бабуля, давай, говорю, вот забудем это все плохое. Будем жить на это настоящем. Узнав историю старушки, сотни неравнодушных прислали Ане Поликарповне деньги, одежду и медикаменты. Больше всего ее порадовали новые войлочные сапожки. Ведь у меня сейчас ноги уже не принимают обувь очень модную. А надо, чтобы все мне подходило. Иначе неудобно. Сейчас у Анны Поликарповны из вещей уже почти все есть. Но средства от неравнодушных все еще продолжают приходить. Сегодня бабушке вручили оставшуюся сумму на личные расходы. Это вам на
на все, что вы захотите. Вдруг вам нужна одежда, какое-то обследование, еще что-то. Да. Это вам, вы можете посмотреть и использовать вот как захотите. А захотела пенсионерка новые зубные протезы. Готовят в доме престарелых уж больно вкусно, а жевать, говорит, нечем. Это вкусное блюдо. Они приготовили совсем по-другому. И она с удовольствием употребляется. Маргарита Хижняк, Роман Хатимов. Телефакт. Медсестры и врачи стали крестными. Сегодня в 7-й детской горбольнице священнослужители надели на малышей отказников крестики и прочитали молитву. Крестины в медучреждении случились в первый раз. Свидетелем радостного события стал и наш корреспондент Валентина Яковлева. Привет! Ты пришел, у тебя праздник сегодня, да? На руках у Елены Куриловой 7-месячный Саша улыбается. Сегодня заместитель главного врача станет крестной для малыша. Мальчика с улицы забрали сотрудники службы опеки. Мать постоянно пьет в компаниях шумных собутыльников на лавочке. Сашу всегда брала с собой. Но он жизнерадостный, очень ребенок и очень позитивный. Он нам очень нравится. И хотим, чтобы у него все в жизни было хорошо. Всего же медсестры и врачи 7-й детской городской больницы выхаживают 15 малышей. Самому младшему месяц, старшему 3 года. Все они проходят специальные курсы лечения и реабилитации. Если их не усыновляют, то в 5 лет попадают в дом ребенка. Александра. И да знаменуется крест единородный. Бывают такие сложные случаи, когда младенчик родился, и какая-то патология, нужно срочно крестить. У нас один раз был даже такой случай, мы крестили младенца в скорой помощи. Его перевозили из 6-й больницы, из роддома в областную. Попадают к нам в социально неблагополучных условиях. То есть если родители, к сожалению, страдают алкоголизмом, наркоманией, либо вообще ведут какой-то другой социальный образ жизни, не находятся дома с детьми и, к сожалению, органы опеки не раз делают предупреждение этим семьям. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А в соседнем кабинете между тем волонтеры подсчитывают и распределяют памперсы и другие средства личной гигиены для отказничков. В больницу их принесли неравнодушные горожане. Валентина Яковлева, Степан Абаимов. Телефакт. А сейчас о погоде. Спонсор прогноза — магазин «Суперогородник» на Воровского 60 и Солнечный 40. Суперогородник завершает посевной сезон. Успевайте купить семена, рассаду и саженцы, новинки мировой селекции и проверенные временем сорта. Цветочная рассада и рассада овощей. А еще стимуляторы роста, средства защиты, укрывной материал и садовый инвентарь. Супермагазин для суперогородников. Воровского 60, Солнечная 40. В выходные в Челябинске дожди не обещают. Суббота будет теплой, столбик термометра покажет 25 градусов со знаком плюс. Днем будет пасмурно, столько же градусов тепла в воскресенье, малооблачно. Челябинским спасателям пришлось разрезать автомобиль, чтобы помочь пассажиру. Мужчина оказался заблокирован внутри БМВ в результате аварии. ДТП произошло в центре города. Водитель не справился с управлением и наехал на дерево. Пассажира буквально зажало. Спасатели использовали гидравлические инструменты. Водитель БМВ не пострадал. Что еще интересного происходит сегодня в Челябинске, узнаете через минуту. Смотрите во второй части «Телефакта». Бэтмен и Супермен объединились во имя чистоты. Как супергерои планируют навести порядок в Челябинске? Дети вышли на работу. В столице Южного Урала открыли трудовые отряды. Отдых не детского уровня. Кому подарят бесплатные путевки в Крым? Супергерои на труд до блеска челябинские высотки. Человек-паук, Супермен и Бэтмен с тряпками и ведрами зависли под облаками и отмыли от грязи небоскреб на Кировке. Сколько чистящего порошка извели и в чем сила супермужчин? С ними пообщалась Полина Кирсанова. Прохожие не верят своим глазам. Между этажами высотки на Кировке зависли супергерои. Как я могу понять, это Бэтмен, Человек-паук и, видимо, Супермен в середине. Офисный планктон взбудоражен, обед менеджеров плавно перерастает во флирт с супермужчинами. Но без прищура героев не разглядишь. Спайдермена выдает умение ловко управляться с веревками, Бэтмена, развивающийся на ветру плащ, Супермен скромничает. Втроем под облаками им явно тесновато. У нас каждый пытается немножко на себя одеяло перетянуть, поэтому... Кто паутину, да, пускает, там я еще не знаю. Да, кто еще что-то делает, кто глазами стреляет.
За шутками скрывается реальное дело, а за яркими костюмами – промышленные альпинисты. Задача – вымыть до блеска одно из самых высоких зданий города. В помощь тряпки, шампунь, вода и бесстрашие. Высота почти 100 метров. Костюм супергероя, как ни странно, мешает профи. Да большеват, жарковат. Жарко? Ну, конечно, он же не продувается толком. Ага. Поэтому немного потеем. Но мы сначала же походили, в образ жились. Серьезно? Обвыклись, конечно. Как без этого? Александр Школьников штурмовал и промо-объекты, и челябинские крыши. Помывка высотки на Кировке, по его расчетам, займет минимум неделю. Но и здесь есть условия. Главное, чтобы в городе был штиль и стояла пасмурная погода. 20 литров моющего средства, тонна воды и немного супергеройской силы. Таков рецепт идеально чистых окон. Чтобы отмыть высотку на Кировке, альпинистам-супергероям понадобится от полутора недель до месяца. А это сравнимо с уборкой 3 футбольных полей или 5 теннисных кортов. Полина Кирсанова, Роман Хатимов, Телефакт. Борец за чистый город, бизнесмен, который дает деньги на благотворительность, или просто честный чиновник? Каким видят городского супергероя челябинцы? И кто из реальных людей может претендовать на это звание, узнаем прямо сейчас. Не хватает в городе суперменов. Например, Карен Далакян, защитник животных. Ну, знаете, может, у нас и героев не хватает. Я не знаю, насколько нам нужен Человек-паук, но хорошие люди нам необходимы. В нашем городе, так думаю, не хватает вежливых людей. И пусть Денис Мацоев получит всех вежливости. Ну, людям, которые помогают, которым, допустим, плохо на улице стало со здоровьем, будет и помогать, до больнички доводить. Между тем, у Челябинска уже есть свои супергерои. Это мститель, который носит зеленый костюм с буквой «М» и защищает граждан от хулиганов. И чистомен – борец за экологию, который в одиночку проводит субботники. Ну а бум на перевоплощение во благо, конечно же, в Америке. Там популярен Феникс, который борется с автоугонщиками, и Стейтсмен – враг наркоторговцев. Валентина Яковлева, Степан Абаимов, Телефакт. Челябинские школьники отказываются от компьютерных игр. Вместо этого они вступают в трудовые отряды и работают на благо города. Убирают мусор и подметают асфальт. Сколько платят за детскую работу и как стать участником молодежного трудового отряда, Артур Ишпулатов вступил в ряды активных и трудолюбивых. Лето у компьютера стереотип. Дмитрий Жирохов опровергает его, ловко орудуя метлой. В саду камней краеведческого музея работа, как ни странно, не пыльная, зато для школьника прибыльная. Деньги нужны иногда. Надо сходить и начать работать. Куплю на комплектующие для компьютера, а моем вот эти вот поверхности и помогаем строить сцены на улице. У девочек больше популярна работа, где полезное совмещается с приятным. Пока в зоопарке трудишься, можно и на зверей посмотреть, и воздухом подышать. Ирина Епифанова говорит, в отряд пошла, чтобы сделать город лучше. Я хочу очистить город, сделать его чище. За это ты получишь деньги, или на что ты их потратишь? Ну, я хотела начать копить деньги. На что? На будущее, там просто откладывать. Трудовые отряды работают по 4 часа в день. Задача у них нехитрая – собрать мусор и подмести асфальт. Зарплата около 4000 рублей. На эти деньги можно купить заветный скейтборд или видеоигры. Разрешение родителей, скромный набор документов и энтузиазм – все, что нужно, чтобы стать участником трудового отряда. Мы организуем трудоустройство учащихся города Челябинска в летний период и в свободное от учебы время, начиная с 14 лет. И для того, чтобы ребенок поступил на работу в трудовой отряд, нужно нам, конечно, чтобы у него был паспорт, согласие родителей и согласие органов опеки и попечительства на трудоустройство. Также СНИЛС, ИНН и прививка от клещевого энцефалита. Набор в трудовые отряды еще идет. Кстати, в Челябинске они обычно пользуются большой популярностью. В прошлом году у них работали 1208 школьников. За лето они озеленили город и убрали 7000 мешков мусора из городских парков и скверов. Артур Ишпулатов, Илья Капелин. Телефакт. Более 150 тысяч южноуральских школьников проведут это лето в лагерях. Первые смены открылись 1 июня. Самый бюджетный отдых обойдется родителям в 6 тысяч рублей. Кроме того, популярность набирают малозатратные лагеря палаточные. В такой поход планируют отправиться 15 тысяч южноуральских школьников. Уже сейчас большинство путевок в самые популярные детские лагеря на все лето раскуплены. Для тех, кто не успел купить путевку, существуют городские альтернативы дневного пребывания. Например, конно-спортивный, лингвистический или танцевальный. Продолжим тему в студии. У нас в гостях ведущий специалист Министерства образования Челябинской области Елена Дорохова. Елена Сергеевна, добрый вечер. Добрый вечер. Как готовились к летнему сезону? Вот какие обязательные условия должны были выполнить лагеря? К
летнему сезону мы начинаем готовиться сразу, как заканчивается предыдущий сезон. То есть это в конце года, в декабре, в январе. Уже об этом мы начинаем думать. Конечно же, основные правила подготовки лагерей к новому сезону – это выполнение санитарных правил, это выполнение норм пожарной безопасности. То есть вот эти вещи, конечно же, очень важны, нужны, и поэтому это одно из главных условий пуска лагерей. Угу. А вот все ли готовы принять детей на сегодняшний день? Все лагеря, которые были заявлены, они готовы принять детей. Угу. У нас в этом году планируется работа лагерей. Планируется 832 организации к работе. Вот на сегодняшний день уже работают у нас 760 организаций. Угу. Но вот некоторые лагеря не участвуют в летней оздоровительной кампании. Вот с чем это связано? У нас лагерей что, больше, чем желающих отдохнуть? Лагерь встал в прошлом году на капитальный ремонт. Но я скажу, что это не страшно. Количество лагерей загородных мы не потеряли, потому что в этом году у нас стали работать новые лагеря. Лагерь «Радуга», который не работал почти более 7 лет. Он находится в Якутском районе. Появился новый лагерь, это «Ветерок» на Косоргах. И еще открылся лагерь «Красная гвоздика» в Каштайке, угу, который раньше работал как по заездам мать и дитя, а в этом году он стал работать как летний загородный лагерь. Угу. Ну вот что касается льготного отдыха, в этом году вернули бесплатные путевки в Крым. Вот с чем связано? Ведь в прошлом году их не было. И кто поедет отдыхать? Конечно же, это связано с финансированием. В прошлом году впервые федеральный бюджет не выделил, так скажем, деньги на организацию отдыха детей в трудной жизненной ситуации. Именно эта категория детей и пользуется льготами по организации отдыха детей. В этом году Министерство социальных отношений, которые занимаются именно организацией отдыха этой категории детей, из федерального бюджета выделено 333 миллиона. И на эти деньги, естественно, у нас отправятся с нашей области на курорты, так скажем, Крыма, ну и на побережье Черного моря здесь. 490 детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Но вот для тех, кто не успел купить путевку, есть ли еще шанс отправить своего ребенка вот отдыхать за город? Конечно, у нас же лагеря работают в течение круглого лета. Угу. То есть еще есть, как говорится, конечно, шанс. Есть, да. Спасибо вам большое за информацию. А я напоминаю, у нас в студии была ведущая специалист Министерства образования Челябинской области Елена Дорохова. Время спортивных новостей. Слово передаю автору нашей постоянной рубрики Валерию Китченко. Ирина Алексеева из Челябинска завоевала золото чемпионата Европы по рукопашному бою в чешском городе Брно. Представительница клуба единоборств «Братич» одержала победы над соперницами из Франции, Германии и Казахстана. Первых двух чемпионка мира по самбо и призер чемпионата страны по дзюдо выиграла болевым приемом, а в финале взяла верх с перевесом в 10 баллов. Сборная России заняла первое место в неофициальном командном зачете. Челябинским спортсменам вручили ведомственные награды. Церемония прошла в конференц-зале Ледового дворца «Уральская молния» в рамках коллегии областного министерства по физической культуре и спорту. Тайбоксер Иван Рябов получил удостоверение и знак мастера спорта России. Говорит, что намерен идти дальше. В июле в Москве чемпионат будет России, и я надеюсь там занять призовые места. Выполнил одну, можно другую начинать. Будем стремиться к высшим. Следующий – это международник. Чемпионка мира по гиревому спорту Марина Македонских стала мастером спорта международного класса. Следующее – наивысшее звание – заслуженный мастер спорта. Однако для преподавателя физической культуры социально-экономического института оно не самоцель. Надо 6-7 подряд выигрывать и Россию, и миры. Безумно, конечно, заниматься это можно, но надо приоритеты правильно расставлять. И семья тоже должна быть, и дети. На коллегии Министерства спорта были подведены итоги выступления южноуральцев по зимним олимпийским и паралимпийским видам в минувшем сезоне. Сейчас начинаем готовиться уже к зимним олимпийским играм, потому что осталось немного, меньше 2 лет. Планируем это в бюджете 17-18 годов средства на подготовку наших олимпийцев. Ну и все, как мы делали, когда готовились к Рио-де-Жанейро. Кёрлинг на колясках, Романов Марат, он в очередной раз стал чемпионом мира. Он подтвердил свой высокий уровень, планомерно будет готовиться уже к зимнему сезону 16-17, чтобы к 2018 году в Пхёнчхане быть в своей самой наилучшей форме. В
повестке дня коллегии также были вопросы подготовки к зимним и летним сельским спортивным играм Челябинской области в период 2016-2019 годов. А сейчас о погоде в городах региона. По данным гидрометцентра, завтра она будет переменчивой. В Кослях плюс 23 градуса, к вечеру синоптики обещают небольшие осадки. В Златоусте ясно и солнечно, до плюс 22. В Магнитогорске еще теплее, 26 градусов тепла. Без дождей небо будет чистым весь день. А вот в Троицке солнце порадует только утром. С полудня и до вечера будет пасмурно, но без дождей. Температура воздуха плюс 24 градуса выше нуля. Чуть прохладнее в Копейске, 22 со знаком плюс. Все. Смотрите телефакты, делайте новости с нами. По итогам недели мы выберем самого активного зрителя и наградим. Пишите нам в социальных сетях, ВКонтакте и Одноклассниках. Также читайте нас на телефакт.ру. С вами была Екатерина Жданова. Всего доброго.